Так что вот так вот. Сегодня у нас, Артём, какое число? 19. Да? 19. Сегодня у нас 19. 19 число. 19 февраля. 24 год. Я сегодня что-то вообще ничего не снимала. Очень плохо. Ой. Gracias. Вот. У меня тут кофеёк. И Артём, он прекрасен. Он просто прекрасен, наш Артём. Покажись, где ты, Артём? Он бедный, со своим бутербродиком. Ой. У меня, честно, сегодня как-то не было настроения снимать. И вот сейчас под вечер более-менее как-то я раздуплилась. Вот. И забрала Артёма со школы. Сегодня поработала, потренировалась, все как положено. Сейчас пойдем с Артемычем скупляться в любимую нашу Меркадону. Потому что у нас холодильник пустой. Вот. Сейчас зашли быстро в Меркадону, опять-таки, после школы. Бегом! Купили буханку хлеба, сейчас вам покажу. Колбаску, вот такую, пиканты. Вот такую пиканты. Вот, потому что Тёмыч был очень голодный, ему нужно было срочно перекусывать, потому что по времени уже нужно было делать укольчик и кушать, а дома у нас не было ничего. И поэтому мне пришлось быстренько скакать и покупать. Вот, но ничего, мы справились. Вот он, мой Артемий, вот он, мой золотой. Вон, с буханкой хлеба, с колбасками. Вот. Ну хорошо, хоть колбаски можно кушать и не считать. Можно кушать колбаски безгранично, да, Артёмыч? Ой, слава богу, хоть что-то радует в этой жизни. А то все скажи, эти диеты, это щитонины, кому не нужны нафиг? Скажи, мама всю жизнь на диете, и меня теперь туда же. Ой, безобразие. Вообще у нас сегодня замечательная погода. Что-то размазано немножко. Вот. Погода у нас сегодня супер. Было, значит, 18 градусов, и сейчас у нас 18 или 19. Вот, ночью, конечно, прохладнее, но днем тепленько, хорошо, на солнышке. Поэтому вот такие дела. Мы вот сидим в кафешке прямо на дороге, почти что. Вот, вот такой камерой я вам покажу, где мы сидим. Сидим чуть ли не возле мусорки. Вообще-то не мусор, ну как, это мусорка на самом деле, зеленая, да. Но это бак для выбрасывание стекла, стеклотары. Вот. Потом приезжает машина и увозит все это стекло. Так что вот такие вот дела. А мы вот сидим вот здесь вот. Вот такой кафешке, которая находится прямо на тротуаре, прямо возле дороги, возле пешеходного перехода. Ну ничего, нормально. Нам просто нужно было быстренько где-то сесть, срочно перекусить. Вот. Сейчас мы оттарабаним наши торбы куда-нибудь или мы их с собой возьмем, не знаю. Короче, пойдем в Меркадону дальше. Сегодня, может быть, еще снимем вам немножко наши цены, наши продукты, что там у нас как. Вообще, сегодня, наверное, вам сделаем видео нашей продуктовой корзины сейчас, да, нашей диетической продуктовой корзины. Хотя она, скажу честно, у нас особо не поменялась на самом деле, потому что, в принципе, у нас остались и те же продукты, как мы и ели, просто мы их сейчас немножко подсчитываем и все. Поэтому сказать, что будут какие-то изменения, нет, разве что не будем покупать в таком количестве всякие сладюшки, как раньше покупали, и все. В общем, в Меркадону я пришла сама, Артём пошел домой. А я вот немножко такой факт про рыбу вам запишу, потому что всегда меня очень удивлял. Значит, красная рыба, которая форелька, это, по-моему, форелька или вот та вторая горбушек, форелька. Короче, замороженная, запечатанная. Такие куски, сейчас я вам покажу. Вот. Да? Порции. Значит, килограмм стоит 26 евро. Да? Хорошо, запомнили, да? Замороженная. При этом свежая 12,96. И 20,75 это в зависимости от того, как вам нарежут. Здесь, если вы берете целый, и здесь, если вы берете там несколько кусочков. Ну, короче, даже за 20 это дешевле, чем замороженный.
Вы что-то поняли? Лично я ничего не поняла. На самом деле. И, в принципе, так, по-моему, со всей рыбой происходит. Свежая дешевле, чем замороженная. Почему? Я не понимаю. Потому что все равно, если я даже сейчас куплю целую рыбу, я ее заморожу сама дома. Ну, типа, возиться. Боже, кто это такой? Я не знаю, кто это. Как называется эта рыба? Родобайо. А как же она переводится, я не помню. Не скажу вам, не знаю. Короче, 13.50. Я, ну, кто ест эту рыбу, тот знает. О, боже, это страшилка. Посмотрите на нее. Мне кажется, что она сейчас оживет. Эти морские тараканы, блин. Я их называю. Вот. Что там у нас еще? Вот, ну, конечно, красная рыба моя любимая. Я не любитель рыбы. Морепродуктов я вообще не любитель. Я уже, по-моему, рассказывала. О, боже, вот они живые, эти глисты. О, господи. Я прошу прощения, но по-другому их не назовешь. Это угорь. На испанском запоминайте. Ангела. 21 евро стоит килограмм. Да даром мне дадут, я не возьму. Боже упаси. Но есть люди, любят. Поэтому, ну, у всех, конечно, ну, на вкус и цвет, как говорится. Ой, божечки, это у него там глазик. Да, это у него глазик. Это у нас, значит, этот кальмарчик. А вот то каракатица. Сепия на испанском. Так, ой, мне так нравится, знаете, что мне нравится? Вот это мне нравится. Вот это макина, то бишь машинка, вырабатывающая лед. Смотрите. Прикол, да? Да, это же не... Ледик сыпят вот сюда. Так, я пошла скупляться, а то я сейчас ни хрена вообще не куплю. Как всегда, проболтаю. Дальше, значит, беру овощи. Это у нас здесь брокколи, цветная капуста, горошки, фасоли. Все-все-все вот это. Окачёвы, то бишь артишок. Я беру, знаете, какую смесь? Вот такую. Нам она с мамой очень нравится. Я уже ее показывала один раз. Вот снова покажу. А вот это еще очень тоже прикольно. Здесь тоже артишок, спаржа, горошки всякие. Прикольно. Кстати, может ее взять? Давно я что-то такое не брала. Артишок мне пригодится. Вот. И вот эту я беру. Пока вот эту возьму сегодня. Ягоды. Сейчас Артему в большинстве случаев лучше кушать ягоды. Фрукты выборочно очень, да? Ну вот ягоды, блин, бахада депрессию. Типа опустили цену. Килограмм 10-25. Неплохо так. А вот это, блин, как она переводится в море? Блин, забыла. Вот видите, я забываю. Килограмм 19. 19.92, да? Хорошо, дальше. Голубика, черника, голубика, не знаю, как она, тоже не помню, как переводится. 14 евро килограмм. Ну, клубника, как всегда, в принципе, клубника есть практически круглый год у нас, килограмм за 5,49. Но мы клубнику берем во фрутерии. А, да, я не буду брать сейчас фрукты, я хожу во фрутерию, беру там, вот, потому что там очень хороший выбор, цены очень хорошие. Вот, лучок, нет, это не лучок, это чеснок. Да, это чеснок. 2,35, молоденький. А баклажан почем? Евро 55 килограмм баклажан. Дальше. Ну, за бананы я вам уже рассказывала, что их два вида, да? Что есть бананы, есть платано. Перцы любимые. Вот наши любимые трехцветные перцы. Так, а что еще такого интересного хотела вам показать? То, что очень... ну, тут есть такие готовые салаты. Вот такие вот. Опа. Это уже готовый салат. Взяла и кушаешь на обед. Вот они тут разные, с соусами, прикольно. А вот это картофель и батат, которые засовываются в микроволновку. Вот так прям в пакете засовываешь в микроволновку. Вот, 7 минут шкваришь, и картофель готов. Очень вкусно, я брала. Прикольно. Значит, здесь у нас 400 грамм картошки. Я не знаю, как они ее готовят, что они с ней делают, что она за 7 минут готова, идеально, причем идеально готова. Микроволновки за евро 30 пакетик, да? Такой же батат. Ой, любимая наша с мамой колбаса. Тыква, короче говоря. Вот такие же есть и овощи. Вот это овощи точно такие, как вот этот картофель. То есть, вот это вот засовывается в микроволновку. Шкварится 6 минут. И оно готово.
и тоже достаточно вкусно, я вам хочу сказать. Ну, короче, не знаю тоже, как они там что обрабатывают, что они там делают. Ну, как по мне, это, конечно, странно, потому что, ну, как бы, приготовить это дело за такое короткое количество времени, ну, как-то обрабатывают, наверное. Ой, дальше что у нас? Ну, в принципе, все. Больше ничего вам снимать такого не буду, потому что все мы уже снимали, все мы с вами обговаривали. Сейчас, ага, самый интересный фактор. Сейчас Артему стараюсь брать все более, ну, коричневое, как оно правильно называется, ржаное, да? То есть, вот если макарошки, например, то, конечно, не обычные белые, а вот такие, да? То есть, из твердых сортов. Точно так же с рисом, например. Также с хлебом. Он, конечно, вначале отказался, а сейчас уже такой привык, говорит, да, да, мне нравится. Думаю, боже, как замечательно. И замечательный ребенок. Так что пошла искупляться, а если еще что-то вспомню интересное, обязательно вам поснимаю. Хотела сегодня своим зрителям показать свою продуктовую корзину. Всем, а ты ж снимала. Всем добрый вечер. Ну-ну-ну, мать, давай, поехали. Что ты там сказала, насколько я скупилась, угадай? 74. Семьдесят два. Бруха. Знаете, кто такая Бруха? Это она. Ну, ошиблась на 2 евро. Бруха – это ведьма, чтобы вы понимали. Ну, мы скажем, не ведьма, а ласково, как она, бабка-юшка. То есть, которая, она всегда угадывает, сколько я потратила. Ну, почти. Так что вот такие пирожочки.